25 марта в Афипском ДК прошел праздничный концерт «Виват Культура», посвященный Дню работника культуры. С профессиональным праздником собравшихся поздравил глава Северского района Адам Джерим. Это совершенно особая сфера, которая воспитывает чувство прекрасного и возвышенного, питает ум и душу творчества, вдохновением, делает нашу жизнь нравственно богатой. В ней трудятся особые люди, сохраняя и приумножая культурное наследие района, региона и страны, обеспечивая надежную связь между поколениями, прививая любовь к родине, к своему народу. Пусть вас никогда не покидает вдохновение. Ваши талант и мастерство находят самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района. Любви, счастья и гармонии. С праздником! В этот день в зоне особого праздничного внимания были ветераны отрасли. Каждому из них вручили букет ароматных цветов в знак признания их бесценного труда. За существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры и искусства выдающихся работников культуры наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Вдохновение и творческих успехов коллегам пожелала начальник управления культуры Северского района Галина Куролесина. Желаю вам неиссякаемого потока творческой энергии, океана новых идей, водопада творческого вдохновения и, конечно же, моря позитива и радости. Пусть наше с вами совместное творчество дарит радость, улыбки, счастье всем окружающим, ну и, конечно же, нам с вами. Мира, счастья, добра, взаимопонимания вам, ваших семьях, вашим близким. Берегите себя. Память ушедших из жизни работников культуры почтили громкими аплодисментами. Именно эти люди стояли у истоков культурно-просветительской работы Северского района. Хорошее настроение задали номера музыкальных и хореографических коллективов. Особым подарком для виновников торжества стало выступление государственного ансамбля «Ивушка» Краснодарской филармонии имени Григория Федоровича Пономаренко. Яркие, талантливые, увлеченные, инициативные – такие люди трудятся в сфере культуры. Без них тяжело представить жизнь Северского района.